Ахрын кыла. Жигиттер, тынч, тынч. Урматтуу мекендештер. Урматтуу мекендештер, мына микрофондор иштебей атат. Биринчиден баарыңарга келип бергениңерге чоң рахмат. Таазим этем баарыңарга. Рахмат. Рахмат. Экинчиден минтип айтарлым, билесиңер, мына азыр эртементен бери атат телевизордон. Прокуратура иш козгоптур. Биздин балдар жөн эле барса, далоо эле кол салды, куралдуу жигиттер тигулар депчи. Элди кадимкидей алдап атат, кайта элечи. Негизи мыйзам боюнча чукла сөз берели. Негизи мыйзам боюнча экс-президенттин үйү соттун чечими чыкмайынча кайтарылат да. СГО тарабынан. Бияка эч кимдин киргенге укугу жок. Аны генеральный прокурор албетте жакшынакай билет. Анысына билесиңер, кече булар допроска алып кеткени келдик же тигүү деген жок. Бандиттерге окшоп кээ бирле сразу элди атып баштады. Билесиңер. Элди атып баштады. Анысына мен мына бир эки айдан бери айтып атам. Бирөө менин үйүмө келсе, мен каршылык көрсөтөм, мен керек болсо атам деп айткам. Менин наградной аржыларым бар. Пистолеты бар, винтовкасы бар. Мына бул жерде болгону курал менде гана болду. Мен үчүнчү этажда отуруп, мына өзүм туруштук берип аттым. Аны да силерге бирөө түртпөсүн да. Карапайым элде бирөөндө рогаткада болгон жок. Туура. Колунда мүмкүн таш болду, болду. Анан телевизордон калп айтып атат да, элде курал болгон тигүү деп. Мунун баары эми азыркы бийлик көрүп атасыңар кетесиң. Алдаганды гана билет да, алдаганы гана билет. Албетте, ошондуктан менин сунушум ушундай да, мен кече да түн ичинде таң атканча эл келип атты. Биз бүгүн азыр жакшылап өзүңөр тамактанып алсаңар, эс алсаңар, саат 4:30 форумга барышыбыз керек да. Бир топ. Керек болсо 4:00 барабыз. Анткени биздин бир топ биздин элдерибиз айтып атат, Койташка барбай эле түз эле бир бөлүгү форумга барабыз деп атат, бир бөлүгү АБУ-га барабыз деп атат. Бирок биз демейдегидей өзүбүз көнгөндөй биринчи форумга барып, андан ары керек болсо АБУ-да эле барып туруп, аяктан бир талап кылалык да, эмне элди алдап атасыңар? Турабы? Тура! Мына сөзүмдү бурмалап алсын, орусчада мындай да, эртерээк кылганда кече бүгүн эң ысык күндөр. 4:00 кийин чыксак барып бул бир күндүк иш эмес да. Бессрочный митинг кылсак бир күн турабызбы, эки күн турабызбы, мындай элди да кыйнабадык. Бүгүн кечинде күн салкындап баштайт. Бүгүнтөн баштап. Албетте, мына балдар айткандай до конца турабыз. Турабыз. Булардын оюн көрүп атасыңар. Эч кимди аяйын деген кебетеси жок. Эч кимди аяйын деген кебетеси жок. Баарыбызды мындай бир колхоздун коюндай эле көрүп атат да. Алмаз Шаршенович, можно слово? Кече биз Койташта турдук. Алмаз Шаршенович. Катындарды сабады. Мына тепкилеп, тепкилешти. Авторитардык режим орнолуп атыр убакытта. Анан кийин мына бир туугандарым. Укула, укула. Укула, сөз бер. Укула, укула. Тига. Тынч, тынч, тынч. Менин бир өтүнүчүм бар силерге. Мына түн ичинде жанагы келген балдардын 5-6 колго алынган билесиңер. Эми аны азыр мына заложникке алып, мыкачыдай кыйнап атат, тигиден ушак болуп атат. Менин өтүнүчүм ошо балдарды берип сылалчы, кой бер. Ал балдар бизге кереги жок. Алар элден кечирим сурады. Бирөөнүн баласы бар. Алар деле бирдөөнүн балдасы, алар мүмкүн келгенин да билген жок. Анткени чоңдор ээрчип кетип туруп салды да бизге. Ошондуктан силер
қолдап берсеңер, анан кейін ақырын осы алтыны жетке берелік. Біз мол елді туравайлық. Атса да бұлар атпайды, қалғандарға да сабақ болады. Сіз қандай айтасыз, ошондай болады. Сіз анан тура көрсеңер, мына мояқта журналистер көп, абдан орысшада қайталап берейін, сөзді бұрмалабасын. Уважаемые представители средств массовой информации, как вы знаете, вчера была попытка захвата экс-президента, и сегодня власть поворачивает это совершенно иным образом. Я сейчас слышал по телевидению заявление генпрокурора о том, что вот якобы спецназ пришел меня пригласить на допрос, и люди на них напали. Люди вокруг дома Атамбаева, вооруженные и так далее. Во-первых, я хочу сказать, что вооруженный вот в этом всем комплексе был только один Атамбаев. И я об этом предупреждал. Я об этом открыто говорю, чтобы потом кому-то из ребят не вешали, что вот он был с оружием, был только я. Во-вторых, генпрокурор прикидывается, или на самом деле он абсолютно не знает закон, их не читает. По закону до вынесения окончательного решения суда мой дом должен охраняться службой госохраны. И тем более, когда кто-то приходит, то должны были сначала зайти, представиться. А как какие-то бандиты напали и сразу начали стрелять. Простых людей. И причем прицельно. Некоторых в упор стреляли. У некоторых, у наших ребят кишки, как говорится, наружу выходили. Поэтому это, конечно, беспредел. И самое главное, что идет оболвание по всем госканалам, людей обманывают. Здесь, вы знаете, у нас интернет не работает, мы не можем правду сказать. Вот это, конечно же, очень плохо. И поэтому я считаю, что сегодня мы должны... ко мне всю ночь приходили товарищи, единомышленники. Они хотят к 4 часам выйти и к Белому дому, и к форуму прийти. Конечно же, мы тоже должны выдвинуться и к 4 часам поехать в форум, как всегда. Оттуда начать наш митинг, бессрочный. Если мы потом, видимо, пойдем к Белому дому, будем проводить бессрочный митинг, потому что власть должна остановить этот беспредел. И беспредельное вранье. Правда. Власть должна говорить, правду уже людям. И вы знаете... Тихо! И, конечно же, я вот уже попросил собравшихся, я еще раз хочу повторить, ночью из числа нападавших было захвачено определенное количество спецназовцев, часть из них, которые были в тяжелом состоянии, потому что, я понимаю людей, которых били, стреляли, некоторые тоже не сдержали свои эмоции. Тех, кто был в тяжелом состоянии, мы отправили всех в город, но сегодня здесь тоже есть ребята, и я рад, что вы поддержали. Их тоже надо, конечно, отправить. Это тоже чьи-то дети. Не надо, чтобы из этого делали спекуляции, что мы держим заложников, там, измываемся над ними. Мы за ними смотрят врачи, ставят капельницы, но надо их сегодня же как можно быстрее отправить в город. А сами мы спокойно пойдем в город, форум, Белый дом на бессрочный митинг. Потому что мы хотим одного от этой власти, чтобы она остановила беспредел, чтобы она начала уважать законы. Потому что если они плюют на законы в отношении экс-президента Атамбаева, простых людей, конечно, они вот так будут, как вчера, как за баранов считают. Это надо остановить. Этот беспредел надо остановить. И этот беспредел можем остановить только мы, сами граждане Кыргызстана. Абыл Шаженович, Гачиги, Атай Кызматы. Кеча атайын кызматтын кызматкерлеринен курал жарактар тартылып алынды деле, алар азыр кайсы жакта? Курал жарактын баарын чогултуп туруп, мына үчүнчү этажга мындай катып койдук да ачкан. Элибизге рахмат. Кандай кызыкканды болсо дагы курал жарактын баарын бизге өткөрүп берди. Биз эч кимге курал жарак колуна бербейбиз ачык айтат. Анткени курал жарак бирөөнүн колунда болсо, мына өзүңөрдү атканга шылтоолот да. Жанагы
уяты жоқтарға, команда беренге. Курал жарак, ешкімде болмаш керек. Егер де бір өңірді курал жарак болсы, аны өткөріп берілі, ачық айтан. Ну, аз, біз бардың чоқтық. Өткөрдік. Бардың чоқтық, қатып алды. А кечегі оқия бойынша билік менен сүйлесу болды, жи аракеттер? Емі мұндайды, аракеттер бізде дайма болу отады. Ақырқы бір айдан бері айтып отады. Сай, егер де Чинле чындық керек болса, мен айтып отам ғой. Мен айтып берейін, Батукаевтың бүт бардық нәрсесін айтып берейін десем, дағы болып айтпай. Бұларға чындық керек жоқ. Бұлар болғаны Атамбаевты сындырып, жақамап, же өлтіріш керек, анан қалған елдің бары қой олады да өледі. Таңдай бол бөт, әй, қырғыз әлі, көп ұлытты қырғыз әлі қой емес. Біз үшін, сіз әлеп жасағанша, өлген артық қашығайды. Қол үрбей. Мен үшін. Әлемі, кетше, кетше, жаға, атайын қызматты, қызматкерінен жауапкершілігі кімдің мойнында? Құрал жаңағына, менде болшы, ал анын өлімі Сауранбай Жээнбековтің мойнында. Аны өлімге жөнеткен ұшы ақмақтардың мойнында да. Ақмақтардың мойнында. Анткені егер де Чинле показания керек болса, мен берем дедім ғой бардың. Мен дағы ел чындықты білсін деп тұрам. Анткені Батукаевтің ішінде ешқандай Атамбаев тарапынан коррупция жоқ. Мен бардығын айтып беренсем, бұлардың мақсаты басқа да. Атамбаевты сындырсақ, Атамбаев сөйлеуге қалса, елдің бары қой болады деп айтады да. Ой, қырғыз елі қой болмайды ешқашан. Когда вы планируете отпустить вот сотрудников спецназа и как это будет? То есть за ними должны приехать скорые или их отвезут ваши сотрудники? Сейчас мы, в принципе, получили добро сторонников, чтобы... Я рад, что согласились отпустить. Вчера они поддались эмоциям, но мы их в целости и здравии отпустим, отвезем в город, конечно. Или сами, или скоро. Это мы сейчас уже в таком рабочем порядке обсудим. Без условий? Без условий. Скажите по-русски, пожалуйста, кто несет ответственность за смерть и за пострадавших? За смерть несет ответственность Сооронбай Жээнбеков, который послал... За смерть несет ответственность Сооронбай Жээнбеков, который послал ребят, тоже абсолютно ни в чем не виновных, на вот такое очень грязное, плохое дело. И хорошо, что мало жертв, потому что здесь у гражданских, у некоторых кишки наружу были и в тяжелом состоянии. И я не знаю, может и спецназовец кто-нибудь еще в тяжелом состоянии. Это виновны те, которые их заранее, зная, послали, чтобы или они погибли, или гражданских поубивали. С боевым оружием, автоматы, винтовки с лазерными прицелами против гражданского населения. Но озвучивается мнение, что если бы вы сдались или пошли, дали показания, то не было бы... Вы знаете, я предлагал дать показания и через прессу, и в тайном виде, как они просят. Им не нужны мои показания. Им нужно, чтобы Атамбаев замолчал. Желательно навсегда. Вот и все. Им не нужна правда. По поводу вот, погибшего, говорят, что он был застрелен из винтовки. Вот, и опять же идут как бы нападки на ваших сторонников. Что у них было? Вы знаете, оружие было только у меня. Оружие было только у меня. Я, когда ребята пошли на третий этаж, стрелял несколько, 5-6 раз вверх, ну темнота. Рикошет был или попало, я не знаю. Я старался ни в кого из ребят не попадать. Ну, кто-то их все время подталкивал вперед, чтобы они шли вперед, вперед. Я сразу предупреждал, что я буду сопротивляться. Потому что я не баран, которого Сооронбай поведет там глотку перерезать. И ответственность за то, что случилось и со спецназовцами, и с гражданским населением, это несет полностью сегодняшняя власть во главе с Сооронбаем Жээнбековым, которым не нужно разбираться, им не нужна правда, им нужно просто любым путем, чтобы замолчал Атамбаев, желательно навсегда. Орусияның президенті Владимир Путин, ақырқы саяси оқияларға байқол салып жатқанын айтты, сіз байланыш шалған жоқ, сізге байланыштыңыз ба түйін? Бияқта байланыш жоқ, білесіңе. Түніменен болған жоқ байланыш. Емі, негізгі, албетті, біз нешенгеніміз, башқа бір өлкенің президентіміз, қырғыз елі. Қырғыз елі. Қырғыз еліне рахмат, елімізге рахмат. Наши дальнейшие действия, сегодня мы поедем в город, потому что наши сторонники, часть приезжали, они хотят собраться после обеда возле Белого дома, часть в форуме. Наверное, скорее всего, мы отсюда поедем в форум,
к 4, я думаю. А с форума уже пойдем проводить бессрочный митинг к Белому дому. Потому что, ну, вы видите, мы для этой власти быдло. Для них Раим миллион, для них родня, сватья, братья люди. А мы для них не люди. Если они так поступают с экс-президентом, дом которого охраняется по закону до вступления приговора, приговора суда в законную силу, мой дом охраняться должен СГО. Не то что захват, здесь должны охранять. Если такой беспредел в отношении меня творится, простых людей они, конечно, вообще, я думаю, за людей не считают. И это беспредел. Это правовой беспредел в стране. А жолдан сізді қармап кетеді деп қорықпайсың ба? Мен ештеңеден қорықпаймын бұл дүниеде. Мен Құдайға шүкір мына 63-ке жақындап қалды деші. Мен ештеңеден қорықпаймын. Мен Қырғызстанның келешегі үшін ғана қорқамын да. И елдің келешегі үшін. Пожалуйста, вы пойдете на митинг, что будете требовать? Отставку или капитуляцию? Мы потребуем наказания всех виновных, которые принимали такие беспредельные решения, которые послали сюда спецназ и самих умирать, и нас, и наших простых мирных людей убивать. Должен за это ответить те, кто давали приказы. Тура, тура. Все, да?